И что, нельзя находиться в руме со своими знакомыми? Можно, но зачем Вот это оскорблять? интересно. Зачем людей А что, это не оскорблять? может? Ну что, Конечно, я не О, ягода, оскорблял? здорово. Так это Да, геншин, так, здорово. пацаны. Хочешь, что покажу? Ну, через пару минут, Да, ладно. покажите правила, что вот модератору здесь разрешено вот оскорблять, материться, вот, утекаться. Да, всем можно. Ягодка. Что Нет, ты? Не понял. Мне похуй. А, вам похуй? Да. Можно оскорбить того человека, который, Подождите, блядь, а почему тупо тогда поздался. Модератор тогда вот так пренебрежно относится к своим этим бедностям? Потому так. что мне похуй. Ага, я понял. Архонт, что вы скажете? Мотылёк, а когда ты модером стал? Не, я отвечаю, что мне похуй просто, но... Архонт. Понимаю. Примите меры, Архонт. Не админ, блядь. Чего я должен принимать меры? Какие меры? Покажите пользователя, он нарушает правила. За что? Где он нарушает правила? Так вот пункт. Какой? А, мне вам зачитать? Вы не знаете правила? Давай. Может, скажи хотя бы, нет. Ну, во-первых, второй пункт. Затем... Давайте так, кто нарушал? Да. Объясни мне. Вот только что. Кто? Ну, оскорбление, токсичное поведение, первый пункт, второй потом пункт идет. Так, кто кого оскорбил? Объясни мне. Я же вам только что объяснил. Я вас что, попугай, что ли? Почему Архонт... Ну да. Возможно. Что да? Ой, что начинается? Не знаю, я выйду отсюда. Я лучше выйду отсюда. Да, выходите отсюда. Ну вот Архонт сейчас получит тоже за наказание, модератор какой-то. Ну, как, какие еще? Я же вам сказал. Кто человек нарушил? Пункт второй голосовой. У него не было ни токсичного, ни неадекватного поведения. Сидит я компашка, фанится друг вас. С другом. Какая компания? Вы здесь у меня компанию видели, что ли? Что? Это вами... ведется вами... дискуссия, понимаешь? Нет? Нет, я сейчас с ним общаюсь. Мы что, с вами здесь пиво пили или что тут? Друзья навеки, что ли? Вы так со мной не... Короче, Архон, просто его а для себя замьютить и... это относится к тебе? А мы типа там с тобой общаемся или что? А другие люди, на секундочку, тут еще человек 5 сидит, они я для вам... тебя шутки, я сейчас что ли? С вами общаюсь, я сейчас с вами общаюсь. Вы зачем сейчас от разговора уходите? Ну так что? А мы с тобой не общаемся. Мотылёк, вы сейчас... Да, мы с тобой не общаемся. Вольф, ты видишь это? Заткнись, пожалуйста, иди в жопу. Ну просто... Где так, я? Вот, так вот вообще не надо Обри. Было делать. Ну все, давайте, Архон, смотрите, вот только что. Обри, где вами... я тебя оскорбил, да? Нет. Когда? Вот сейчас только что оскорбили меня, вы что, не видели? Ну поздравляю, блядь. Я не видел. Давайте с этим. Я почему-то слышал. Зашел человек, задал вопрос. Зашел человек, меня оскорбил. Зашел человек, задал вопрос, что руинится 6 Бен. Почему? Я ответил, что C6 Бен а это руинит физушников. Причем здесь Украина почему? И Геншин ИПЭК. Это РУС-сегмент. В чем проблема? Ай, дайте, замьете его, пожалуйста, на себя. Нет, короче, ты меня уже заебал, извини. До свидания. Душнило. Минус 2. РУС-сегмент и... Закрой свою форточку уже, задолбал. Бля, чё с такой негатив, парень? Ну, эти быть негативнее. Вот там, ладно, минералочки, ладно. Там кофе. Ладно, блядь. Давай будем реально. А куда Вольф делся? Вольф? Будем его да. Кикнул модератор. Нет, он тут сидит. А чём он? Он? А, я его не вижу. Скорее всего, либо отошел куда-то, либо в другой этот дискорд пошел.